24 апреля состоялось торжественное открытие Казанской модели Организации Объединенных Наций. Это ежегодное мероприятие, участие в котором принимают студенты не только Казанского федерального университета, но и вузы других городов и регионов нашей большой страны. Также участвовать приезжают студенты из ближнего зарубежья. По словам Андрея Большакова, заведующего кафедрой международных отношений мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета, в этом году в Казанский федеральный университет в рамках Казанской модели ООН приехали около 40 студентов из других регионов. В начале торжественной части с приветственным словом выступил проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев. Я считаю, что в целом моделирование достаточно интересная, это прежде всего образовательная практика, это подход, учебно-методический подход на самом деле, он используется не только в международных отношениях. Моделирование, оно безусловно важно с точки зрения и приобретения не только теоретических, потому что хорошие теоретические компетенции вы получите от замечательного преподавателя, но очень важно, чтобы вы практиковались, находили общий язык, очень важно, что у вас не будет медиаторов в виде ваших преподавателей как авторитетов, а вы самостоятельно между собой должны будете найти общий язык, промоделировать некоторую проблемную ситуацию, понять, как же достигать консенсуса. Эту игру, где участники выступают в роли представителей разных стран и отстаивают интересы своих государств, исходя из действующей политической конъюнктуры, КФУ организует с 2017 года. Программа модели ООН обширна. Она представляет из себя симбиоз теоретической и практической части. В течение 3 дней для участников будут проходить различные лекции и мастер-классы, в которых ребята глубже окунутся в рабочий процесс организации. После закрепить полученные знания можно будет на практике, в ходе которой у всех игроков будет возможность почувствовать себя частью огромной организации. Самое главное отличие, что роль взрослых сведена до минимума. Мы фактически посредники определенные, помогаем где-то с поиском там, денег, с устройством каких-то организационных форм, с поиском аудитории, то, что лежит обычно на преподавательском составе, на администрации, что института, что всего КФУ. Вот здесь, конечно, студенты самостоятельно не справятся. Я узнала о проведении этого мероприятия напрямую от сообщества нашего института, и я заинтересовалась в этом. Это моя первая модель ООН. До этого я участвовала только в модели ОИС, поэтому я решила, что это будет хороший опыт. Знакомство с деятельностью ООН и ее основными органами послужит хорошим подспорьем для образовательного фундамента студентов, а также окажет неизмеримую помощь на последующей профессиональной дипломатической стезе. Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Тимур Ахметов, Богдан Цвященко, Универ Новости.